Жертв авиакатастрофы над Черным морем вспомнят в Самаре. 10 февраля, в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного задания, пройдет концерт. На сцену окружного дома офицеров выйдут творческие коллективы области, а все собранные средства будут направлены в фонд жертв авиакатастрофы и переданы родственникам. Напомню, крушение самолета Минобороны произошло 25 декабря прошлого года. На борту находились члены экипажа, артисты ансамбля песни «Пляс русской армии имени Александрова», а также наши коллеги-журналисты. В списках погибших 92 человека.